лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лавровские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня на Лавровском мосту я встретился с поэтом, музыкантом Павлом Пиковским. Мы уже с ним знакомы, ну, не так уже давно. Да, добрый день. Да, мне вечер. Приятно было, вот для меня, Павел, это открытие. Спасибо. Потому что я сейчас в силу тем, что вот занят поиском талантов, особенно молодых, мало что вижу на нашем православном небосклоне. Вижу, как люди пытаются клише перетащить из какой-то попсовой музыки, угу. Мало духовности, тексты незрелые, музыка такая, основа вот сама музыкальная, такая примитивная, можно сказать. Угу. Все это тащится в православие. И обидно. Вот. Хочется глубины, чтобы человек ощущал вот, веру, да, и творчество свое. И так. Традицию. Да, и традицию. Все и традицию. Я согласен сливалось. С вами, да. Я с вами согласен. Дело в том, что, вот, мне кажется, беда основная нашего времени – это, во-первых, цинизм. Неприкрытый, да, во всех отраслях абсолютно, и в науке, и в культуре, и в, так сказать, в культуре СМИ в том числе, и в принципе в отношении к жизни. И вторая, самая главная такая плохая очень черта нашего времени – это как раз подражание Западу. То есть мы совершенно забываем о своих корнях, о том, что заложено в нас генетически, заложено в нас изначально, в нашем народе, в нашей нации. И оглядываясь все время на кого-то, мы, понимаете, никому не нужны вторые. Вот чего я хотел сказать. То есть нужны первые, нужны последние, а вторые, промежуточные, никому не нужны. Вот. Как правило, основная культура, она идет от носителя. Именно относитель языка, ну, например. Вы за это переживаете, Павел, да? Я очень переживаю. И каким-то образом так получилось, как вы стали музыкантом, и как вы вышли на этот путь, и мне кажется, что вы стараетесь заполнить, да, вот такую пустоту. Ну, своим творчеством. Да вы знаете, призвать людей как-то. Или как-то показать. Дело не в том, что можно по-другому посмотреть на все это. Да, дело не в том, что я пытаюсь заполнить как-то специально. Дело в том, что мне кажется. Дело в том, что я воспитан, во-первых, в музыкальной среде. Я воспитан в музыкальной семье, во-первых. То есть у меня и мама, и отец, они замечательные, на мой взгляд, замечательные музыканты. Мама оперная певица, но всю жизнь она посвятила себя церковному пению, а отец гитарист, аранжировщик, фольклорист, очень, ну, такой сильный, так скажем. Mm-hmm. Вот. И мне всегда казалось, что искусство, оно не делится там, на светское и несветское, православное и неправославное. Искусство, в принципе, создано для того, чтобы заполнять духовные пустоты в человеке. И поэтому, в общем-то, все мы идем к одной и той же цели. Просто главное эту цель осознавать. Вот и все. А вторичность – это не искусство, это всего лишь подражательство. И вы свои вот внутренние состояния, да, описываете в своих произведениях? Как да, конечно. Ну, дело в том, что в мире происходит, не знаю уж, хорошо это или плохо, очень, очень много разных событий, на которые так или иначе с возрастом, да, ну, несмотря на то, что мне всего 25, там, да, но, тем не менее, я уже ощущаю разницу, там, допустим, от 18 лет, да, с возрастом ты начинаешь реагировать на это острее, как-то воспринимать это все намного более глубоко. Mm-hmm. И то есть чужая трагедия зачастую становится твоей личной.
Душа болит, да? Душа болит, конечно. Да, и за то, что в нашей стране происходит, и в странах, которые рядом находятся. Мы могли бы проиллюстрировать, ваше, Павел, свое тут состояние, ваша любимая песня, одна, которая, может быть, показывает. Как... Да, конечно, конечно. Души. У меня есть песня, которая называется «Радость моя». Она написана после печальных событий в Японии, после печального вот этого цунами. И... «Радость моя». Смерть — это лишь перрон, пока не сошли с ума. Ты, радость моя, пойми, мой город стал слишком мал, в нем тонет огромный мир, а под проливным дождем все пропадет само. Мой поезд стоит и ждет, чтоб нас увезти домой. Какая глупая жизнь, стоит стакан на столе. Я очень сильно устал, я прожил 300 лет. Сегодня все как вчера, все та же злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби. Люби свой Дальний Восток, люби Урал и Сибирь. Лети во тьму и на свет, туда, где нас больше нет. Лети. Радость моя, очнись. Жизнь — это только сон. Ты слышишь в сырой ночи крутится колесо, а я допою куплет, и сдвинутся полюса. Радость моя, привет, встречная полоса. Какая глупая жизнь, стоит стакан на столе. Я очень сильно устал, устал ходить по земле. Сегодня все как вчера, все та же злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби. Люби свой Дальний Восток, люби Урал и Сибирь. Лети во тьму и на свет, туда, где нас больше нет. Лети, лети, лети. Радость моя, не плачь, слезы свои утри. Да, много в этой песне заложено. Спасибо. Личного, да. И это твой путь к Богу, да, через творчество, через песни. Пожалуй, да. Это твоя исповедь, да, получается? Ну, пожалуй, да. А как начинался к Богу твой путь? Вот какой-то момент произошло? Примерно так же, как и я начал заниматься музыкой. То есть я не искал, а прям вот как-то само получилось. Примерно так же я, в общем, пришел в церковь. Меня привела мама.
И поэтому так вышло, что я с 3 лет пел на клиросе и звонил в колокола. В общем, вся моя жизнь, все мое детство протекло вот, то вместе есть, с церковью. Естественным образом вошел, да? Естественно, абсолютно. Вот мне, я говорю, что я счастливый человек в каком-то смысле, что мне не пришлось выбирать, мне не пришлось искать, заниматься поисками. Так сказать, я не рылся в философиях, в религиях, а в сомнения культуре. Были? Ну, сомнения, вы знаете, я не буду, конечно, врать. Сомнения одолевают, мне кажется, каждого из нас там, периодами, да, это все может нахлынуть. Вот. Но сомнения, вы знаете, сомнения побеждаются, во-первых, молитвой, вот, а во-вторых, сомнения побеждаются простой мыслью о том, что мы все сюда пришли для любви, для того, чтобы сделать этот мир хотя бы чуть-чуть светлее, внести хотя бы капельку света в повседневные будни наших людей, которые ходят по этому шарику. Ты любишь Россию, да? Я люблю свою страну, и это не сказать, чтобы это был какой-то такой патриотизм. Мне, в общем, я очень уважаю культуру, традицию других народов, но мне просто хорошо здесь. Я не вижу смысла, я бы никуда не уехал, честное слово. То есть мне абсолютно нет никакого рвения и там куда-то. Свою малую родину, да? Ты да. Родился... Я родился в Нижнем Новгороде, живу в Питере 4 года, чему, в общем-то, очень рад. Сказать, мне очень нравится Нижний, я его очень люблю, и до сих пор это мой самый любимый город, несмотря на все величие и красоту Петербурга. Вот. Но, тем не менее, ну, просто у меня возникли обстоятельства, когда я поехал немножко себя... повысить, так сказать, уровень своего развития музыкального и так себя далее. Немножко поменять обстановку, потому что так или иначе, вот, к сожалению, у нас так происходит в стране, что есть 2 города, куда можно уехать, и остальные города – это провинции, к сожалению. Ну, вот я выбрал Питер, потому что здесь меньше суеты и больше проникновения. О своем доме вспоминаешь? Я не то, что вспоминаю, там, я туда очень часто езжу, появляюсь. У тебя ощущение дома, что он там, да, вот, конечно, родного дома. Конечно, безусловно. То есть я никогда не скажу, что там. Хотя, в общем-то, конечно, вроде бы я должен ощущать себя везде, как дома, да. Но тем не менее, понятие дома это все-таки. Ну, это что-то одно, сокровенное, то, что у тебя никто никогда не украдет. У тебя есть песня «Дом». Да. Спой, пожалуйста. Да, конечно. Безразличный взгляд и подумал на земле
даже сердца нет. Но если будешь уезжать, обернись назад, ты увидишь в их глазах свет. Одеялом белым зима по небу, одинокий мальчишка бредет по снегу, довольствуясь вьюгой и светлым льдом. В мире лучше места нет, чем свой дом, чем родной дом. В мире лучше места нет, чем свой дом. Спасибо, Господи. У нас сегодня с тобой зашел разговор о русском языке, когда мы встретились на мосту Лаврском. Лаврский мост – это такая соединительная такая артерия, которая духовное сердце. Лавра – это духовное сердце, да, Петербурга. Да. Я думаю, что не только Петербурга. Здесь мощи святого благоверного князя Александра Невского, который был русским человеком и всегда отстаивал, да, наши интересы. И приходят сюда люди в Лавру, они сюда втекают через этот мост, протекают и уходят обновленными. Такое место удачное для встреч. И вот мы встретились и говорили о русском языке, о фонетике слова. Тебя это сейчас очень волнует. Меня очень волнует, да. Вот мы как раз только что говорили о том, что я очень действительно люблю свою страну, свое государство. И это действительно так. Я никогда в жизни не хотел бы родиться там в какой-то другой стране, да. Но есть один момент, когда мне бы очень хотелось себя почувствовать хотя бы там на несколько мгновений англичанином, немцем, там, например, там, ну или кем-то еще. Вот. Все дело в том, что я, так сказать, всею душою, любя русский язык, ну, не могу оценить его фонетическую составляющую, то есть со стороны, как носитель другого языка, понимаете? То есть, то есть я могу вникнуть в информативную суть, могу удивиться обороту, могу сложить стихотворение, да, но я не могу именно фонетически оценить. Иногда хожу и произношу какое-то слово «любовь», «любовь», и я стараюсь забыть о том, об информативной сути его, да, о том, что оно означает, и пытаюсь вникнуть именно в звук, в то, как оно звучит. Такая история есть. Не помню, кто мне рассказал. Была русская делегация где-то в Норвегии или где-то. Вот они шли по городу. И вдруг к ним привязался, ну, сзади норвег. Он шел и слушал звук речи. Он шел как завороженный. То есть он русская речь. Они разговаривали между собой. Обыкновенно просто. Вот. И он так, наверное, километр или два шел по городу. Потом он подходит и говорит что-то на норвежском языке. Его никто не понимает, они ему отвечают. Потом кто-то там знал, переводчик был. Он спрашивает, что это за язык, спрашивает, это русский язык. В общем, в итоге он переехал, в итоге он так влюбился в русский язык, стал приезжать в Россию, в итоге он переехал в Россию и стал православным, воцерковился и стал жить в России. Он так влюбился именно в красоту русской речи. Да, потому что язык – это одно из самых важных человеческих чувств наряду там, со вкусом, обонянием, осязанием, ну и так далее. Это средство познания мира. Поэтому все-таки мы должны владеть языком. Я хочу спеть песню. Я написал тоже, когда был молодым, когда у меня происходили поиски духовные. Вот, но она свою ценность не потеряла, потому что вот я тоже, так же, как и ты, искал звуки, искал слова, как бы можно было выразить свое внутреннее состояние. А зачастую, вот как раз и сомнения были, поиски истинности, истины. Как это можно было бы выразить.
Вот одна из песен, я просто поделюсь с тобой. Угу. Ищу сравнения, но поиски бесплодны. Язык богат, но смысл неуловим. Не лучше ли устам моим голодным назвать предмет именем своим? Прорвет плотину, мысли хлынут, все станет так, как я хочу. Проходит время, жду, но как душе тревожно. В глазах моих блуждает свет и мрак. Так жить, как я, уж больше невозможно. Исчезну в пустоту, но как же так? И я не знаю, зачем играю. Зачем по-прежнему живу? Спасибо большое. Вообще, Господи. И сейчас у тебя здесь, в Петербурге, какие-то события предстоят? Нет. Концерты, ну, что? В ближайшее время нет, потому что все-таки у нас пост. Угу. Ну, некоторые события намечаются после уже Пасхи. Угу. Там будут гастроли и в Казани, и в Нижнем Новгороде, я надеюсь, что Саратов. Ну, в общем, несколько mm-hmm. городов будет. Ты путешествуешь, да, как бы? Да, у меня очень такой большой коллектив. Мы разными составами выступаем, с разными программами. То есть у нас есть лирика, у нас есть какие-то вещи такие более молодежные. Мы частенько выступаем на рок-фестивалях. Вот совсем недавно мы записали пластинку новую, очень хорошая, ну, на мой взгляд, мы 2 года над ней трудились, нам помогали многие музыканты известные. Вот. Ты привлекаешь, да, музыкантов? Ну, я не то, что, я не то, что привлекаю, и не то, что агитирую, да, просто так получается, что, как я уже говорил, да, мы все делаем одно и то же дело и стремимся к одной и той же цели, поэтому, как бы, в общем, они как-то сами привлекаются, в общем, как-то так получается, вот. Ну, да, так бывает, что вот в компании, да, какой-то, споешь песню, люди заинтересовались. Ну, да? Это какое-то братство, это какое-то... Понимаете, мы никогда не говорим, зачем мы это делаем. Мы этого не проговариваем, нам нет смысла, нет надобности это проговаривать, потому что все и так это прекрасно понимают. Мы это делаем абсолютно не для того, чтобы там заработать денег или там набрать себе стадион там преданных фанатов или еще что-то. Нет, мы это делаем исключительно для тех, кому это нужно, для того, чтобы немножко им стало полегче. Вот и все. Споешь еще что-нибудь? Да, конечно. Да. То, что мы говорим, многие телезрители хотят, чтобы больше было песен. Вот эта песня называется «Феврония». Многие ее, из тех, кто знаком с моим творчеством, в общем, многие ее любят.
что сойдет холодный снег, и вновь Господь откроет двери, и вновь очнется человек. Бывают дни, когда усталый, я сам себя не узнаю, но все равно о грезе талой осипшим голосом пою. Когда гитара духовным звуком не звучит, а кто-то медленный и старый в соседней комнате ворчит. Но все равно мои потери не потревожат сладость нег. Бывают дни, когда я верю в то, что сойдет холодный снег. Моей Февронией, будь моей Февронией, ярким светом озари дождь, золотом голосом будь моей душой. Что сойдет холодный снег, и вновь Господь откроет двери, и вновь очнется человек. Бывают дни, когда удачи, добра и счастья не несут, и я тогда смеюсь и плачу, и отдаюсь ему на суд. Моей Февронией, будь моей Февронией, ярким светом озари дождь, золотом голосом будь моей душой. Такой вопрос. Трудно ли быть молодым сейчас? И нести... Вот, это же не каждый молодой человек. Сейчас молодые люди увлечены совсем другим. Тебе трудно? Тебя не разрывает мир, который предлагает свои утехи? Дело в том, что, во-первых, мне не с чем сравнивать. То есть старым я пока еще не был. Вот. А во-вторых, как вам сказать? Мне кажется, что во все времена... Во все времена это всегда одинаково. То есть времена, они одни и те же всегда, но просто есть вот отличительные черты, да, о которых мы говорили в начале. Ну, к ним надо как-то приспосабливаться, не знаю. Вот. Потом это же все проходит, это со временем это все уйдет. Модифицируется во что-то другое, конечно. Вот. А ты останешься, и твоя душа останется. Да. И сейчас нужно думать о том, что с ней дальше делать. И молодым людям точно все равно к этому придет любой человек, рано или поздно. Ну, я не несу никакой миссионерской миссии, могу сказать честно. Я даже не считаю себя там, не на каплю там, достойным для того, чтобы это делать. Угу. Я надеюсь, что мои песни каким-то образом людям помогут, ну, немножко больше света принесут, чем дорогие есть. Телезрители, очень жалко, но наше время... наша программа подошла к концу. До скорых встреч. С вами была
передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. И у нас в гостях был Павел Пиковский, поэт, музыкант. Спасибо большое, что пригласили. Божьей помощи, Божье благословение. Да. Я надеюсь еще на дальнейшие встречи. Обязательно. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания.